Обалдеть. О, красотулька какая, смотри. Красота. Куда ехать? Тут где город? А, вот. Да я увидел вон там, как она. Цепочку. Ну, а куда ехать? Я вот эту дорогу слева не видел. Аэропорт, нифига себе. Аэропорт! Стою у трапа самолета. Опа, пойдем, сфоткаемся. У аэропорта. Не, стою не будем доставать. Встань, какой страшный. Все нормально, здание, красиво. Пойдем. Идем на речку. Называется река Нягань-Югань. Вот. Лесенка есть, спускаться можно. Вот. Нягань-Югань. Посмотрим, поснимаем ее. Это автомобильный мост для транспорта. Ладно, приехали. Видишь, нет? Так не рыба появляется. Блядь, не вижу.
точно как на море приехать, да, Слава? Аллея Славы, что ли, как она называется? Будем фоткать? Вот там сейчас.
О, там туда налево надо. Нифига. Поверните налево. Да ладно. Были дети. Вон папин. Может быть, здесь же. Через 300 метров на светофоре. Больница. Вот детка, больница. Держитесь. Валя. Нет. Да. А вот детка поликлиника, вот детка поликлиника, вот здесь вам. Вот здесь детка поликлиника. С другой стороны здесь, видишь? Опа-на! Вот этот вокзал, с той стороны вокзал мы видели. Это не могут достроить никак. Вот это вокзал-то красивый. Ой, как давно его делают. Ужас. Я еще с ногой сломанный был. Это в каком году? 50-м? Так, 11 лет прошло уже. Ни хрена себе. Вот оттуда можно было выехать где-то. Поверните налево, во двор. Вы приехали. А какой знак стоит? Триангл и воды. Вот, наконец-то приехали. Все, пойдем, сортируемся. Домой. Даже по одному. Перрон-то вот он. Долгострой, город Нягани, РЖД, много лет строится, так и не достроен. Второй съезд. Вон туда надо. Вон туда, видишь? Все. Опа.